38-летняя телеведущая Ксения Собчак показала умилительное видео. Героем ролика стал 3-летний Платон. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» вместе с семьей отдыхает на горнолыжном курорте в Куршевеле. Сегодня Собчак поделилась коротким роликом, который она сняла в их номере отеля. Сын телезвезды от первого брака, с Максимом Виторганом, подошел к ней и поднял свитерок. «Мама, поцелуй мне пупик», — сказал Платон. «Хорошо, зайка», — со смехом ответила ему Ксения. Мимимишное видео вызвало позитивную реакцию пользователей. «Красивый мальчик, какой сладкий, маленький Виторган, такой классный у вас сын. Взгляд такой осознанный, Ксюша, люблю вас за юмор, про Путина ржу не могу», — написали фолловеры. «Неожиданное желание сына — закон. Или ребенок к встрече с Путиным готов», — сообщила с иронией Собчак. Легендарный случай произошел 28 июня 2006 года. Во время общения с группой туристов Владимир Путин присел возле 5-летнего мальчика. На вопрос главы государства, как его зовут, тот ответил – Никита. После этого президент неожиданно поднял его майку и поцеловал живот. «Он мне показался очень самостоятельным, очень серьезным, и в то же время ребенок всегда незащищен, очень милый мальчик. По-честному, просто захотелось его потискать как котенка. Это желание вылилось в тот жест», – пояснил произошедшее Путин. Поцелованному президентом Никите Конкину сейчас 18 лет. Он закончил гимназию в Коломне. Юноша учится в Рязанском государственном радиотехническом университете. Ксения в беседе с Дмитрием Шепелевым призналась, почему назвала сына таким редким именем. В Куршевеле блондинка, несмотря на рыдания Платона, заставила его кататься на лыжах. Затем Собчак похвасталась успехами сына.